первый гибрид линейки X1 по детерминантным томатам. Называется он Vastante или 73-703. Мы также вместе с вами его активно испытывали в Каменке-Дубровском регионе. Мы его позиционируем в сегмент, как мы считаем, что это одни из нас, это наши основные конкуренты в рынке томатов на рынке полудетерминантов. Чем отличается этот гибрид от конкурентов? Это в первую очередь его устойчивостью. Как для полудета, он имеет очень большую линейку устойчивости. В первую очередь это он устойчив к водороспориозу, к нематоде и к вирусу желтой кучеровой листьев. Ну, помимо того, что он имеет стандартную устойчивость к вирусу томатной мозаики и вертицеллезу. Чем этот гибрид интересен? Он имеет хорошую силу роста, при этом это растение открытое. Хорошо вянут, стабильно, то, что интересно для наших фермеров, 5-6 кистей, которые они обычно используют, но он имеет потенциал там, 6-7 и более кистей, если это необходимо для наших производителей. Хорошо вянут при низких температурах, также хорошие отзывы при стрессовых условиях, когда там у нас начинаются перепады с погодой. Масса плода его получается где-то около 180-180 грамм. На первых кистях он может получиться крупнее. Плоды очень плотные, насыщенные красным цветом. Мы делали небольшие сравнения. Например, вот и здесь 703, он же Vastante. В одной теплице один срок посева, вы видите состояние растений. То есть по завязанности среднего яруса кистей, по их наливу, по количеству плодов. В разрезе плоды он четырехкамерный с хорошей плотной стенкой. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.